На этой детской площадке днем пусто и никто не играет. Жители не отпускают своих детей, потому что рядом магазин, где незаконно торгуют алкоголем. А покупатели, недолго думая, распивают горячительное, буквально не отходя от кассы, прямо в песочнице. Здесь садятся, с этой стороны грязь. Шумят. Ужасный шум стоит. Тут вплоть до драк бывает. Поэтому они нам вообще мешают. Скоро рассадник алкогольных посиделок прекратит свою работу. В ходе совместного рейда общественников и администрации железнодорожного района выяснилось, что договор аренды у магазина закончился. Владельцу выписали административный штраф, сотрудники полиции конфискуют весь алкоголь. А позже торговую точку и вовсе демонтируют. Такими полномочиями с 1 сентября обладают все районные власти. Администрация издана постановление, разработан порядок действий. И в данный момент производится актирование незаконных объектов и их опубликование на сайте администрации, что позволяет нам через 2 месяца производить вывоз и демонтаж этих незаконных объектов. Во время таких рейдов особое внимание уделяют точкам, на которые жалуются жители. Часто нарекания вызывают продавцы, которые выкидывают мусор рядом с домами и целый день работают в павильонах без санузла. Также общественники контролируют исполнение решения о сносе незаконных объектов. Сейчас вот жители обратились, и мы хотим инициировать по всей территории городского округа Самары такие рейды с администрацией внутригородских районов. Это непосредственные полномочия по составлению протоколов у отдела потребительского рынка. Рассматривать они будут их на административной комиссии. Потому что Общероссийского народного фронта нет полномочий по составлению, по привлечению должностных лиц к ответственности. Мы можем проконтролировать данный процесс. За первую половину сентября в железнодорожном районе составили 50 протоколов в отношении владельцев незаконных ларьков. И еще около 30 ждут своей очереди. 14 нелегальных торговых точек демонтированы. Андрей Григуленко, Константин Головин. События.